ДТП произошло во время высадки пассажиров 95-го маршрута, следовавшего из микрорайона Макаренко на Бытху. На остановке Сберкасса также совершал остановку и автобус номер 2 из-за скользкой дороги. Вовремя притормозить водитель муниципального автобуса не смог и врезался во впереди стоящую маршрутку. Водители и пассажиры не пострадали, а двум автобусам пришлось временно сойти с линии. А в Лазаревском районе накануне Ford Transit сбил пешехода. Мужчина переходил дорогу на красный свет. 37-летний житель Каневского района получил серьезные травмы головы и был госпитализирован. В целом же УВД города просит водителей быть предельно осторожными на дороге. Уважаемые участники дорожного движения, жители и гости города-курорта Сочи. Ситуация на дорогах Сочи остается напряженной в связи с погодными условиями. За сутки зарегистрировано больше 20 дорожно-транспортных ДТП. Допущено одно ДТП с пострадавшим по вине пешехода, который невнимательно переходил проезжую часть. Убедительная просьба всем соблюдать правила дорожного движения, автомобилистам, у которых автомобили не оборудованы зимней резиной, просьба воздержаться от поездок